«Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады и 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного вооружения Сергея Непобедимого возглавляет парадный расчет майор Иван Пермин. Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го ордена Ленина Краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России. Возглавляет колонну майор Ахмед Майсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими конструкторами, были полностью подтверждены результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые установки ракетного комплекса «ЯРС» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Николай Голубев. Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «ЯРС», остаются грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Завершают прохождение парадного строя боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Над Красной площадью знаменитый кубинский бриллиант в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Небо над Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. Парада военные музыканты сводного оркестра исполнят песню «Родная страна». Yeah.
парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, совершается. Под звуки марша «Прощание славян» оркестр покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Да здравствует 79-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником!
Thank you.